то, что местные жители потрясающие, они очень приветливые, и нет никакой навязанности, все очень в таком дружелюбном, мирном контексте. Никто ничего не пытается продать. Да, заметила? Очень уютно, да. И действительно, ты попадаешь, как будто тебя местные приняли в свою большую семью. Да, это да. Очень трогает, это очень здорово. Да. Вот. Ну и в целом это такое место потрясающей энергетики, такого релакса. Здесь полностью перезагружаешься. То есть вот за 2 недели я могу точно сказать, что я отдохнула на 100%. То есть вот иногда бывает, приезжаешь в место, ты не отдыхаешь, здесь ты отдыхаешь по полной. Угу. Прям идет полный перезагруз. Угу. То есть это и вода, и солнце, и место. Здесь все потрясающе. Угу. Вот. И, конечно, краски. Просто первый момент кажется, что глаза не могут воспринять все краски, какие здесь вообще появляются. Угу. Потрясающе. Вот. И вода, и зелень. А экскурсии понравились? Очень, да. Дельфины, особенно дельфины понравились. Это что-то невероятное, конечно. Вот, видеть, как они плывут прямо рядом с тобой, это вообще супер, просто здорово. Так что спасибо большое, все очень здорово, спасибо. Я надеюсь, что когда-нибудь еще смогу приехать. Конечно, вот, сможешь. Да.